В разгар летних каникул в Доме культуры села Каменище звучат детские голоса. Для ребят помладше проводят эстафету. Для подростков организованы кружки рукоделия. В новый модульный Дом культуры на занятия дети приходят с удовольствием. Здесь всегда есть чем заняться. Участники выездного заседания Клуба парламентских журналистов отмечают, объект, построенный в рамках адресной инвестиционной программы региона, населению был действительно необходим. Благодаря ему ребята получили возможность культурно развиваться и заниматься творчеством. Следующий пункт визита – камнерезная фабрика «Барнуковская пещера». К 80-м годам прошлого века промысел был практически утрачен. Его возрождение началось в 2006 году. И сегодня в Барнуково вновь производят замечательную игрушку и осваивают новое для себя направление – развитие туризма. Здесь уже практически все создано. Хватает какой-то инфраструктуры, ну, где туристы могли бы там переночевать, поесть. Здесь нужно просто включать в туристические маршруты и рекламировать именно вот эти точки, по которым люди не только из Нижегородской области, но и из других регионов России могли бы проехать и, собственно говоря, совсем познакомиться. Следующая остановка – Бутурлинская средняя школа. Предприятие «Бутурлинское зерно» и площадка, на которой уже в этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Валерия Стародумова, «Время новостей».